Я нашел новую работу. Мы теперь будем делать мороженое, продавать и заработаем кучу денег. Есть мое любимое мороженое. Теперь мы будем миллионерами, что ли? Если продадим 1 000 000 мороженых, тогда да. Вы мои первые покупатели. У вас есть деньги? Да. Пожалуйста, у нас есть мороженое, у вас есть деньги. Давайте мы побежим за ним. Как хорошо. Сейчас первых покупателей обслужим. А у меня есть мороженое, выбирайте. Дайте мне вот такое с крестиком. С крестиком? А арбузное хочешь? Сейчас, я еще весь ассортимент не выучил. Вот там, со снежинкой. Со снежинкой? Вот там. Это какое? Где? Вот там. Ниже? Нет, там. Выше? Вот это. Вот это? Сейчас поищу. 2 фунта с тебя. Окей. А у меня еще есть, я вот тут сам делаю мороженое. Это вот то, что фабрика сделала, а вот это я делаю сам. Это вы можете и в магазине купить, это ерунда. А вот это вот все я делаю сам. Вау, с зефирками. Я все равно хочу вот то разноцветное. Все равно разноцветное? Сейчас поищем, как оно там. Завтра. Макс Бон! Макси Бон! И Макси Бон. То есть я не похвалюсь, как я делаю сам мороженое, да? Дайте нам, пожалуйста, что мы хотим. Окей, 4 фунта. Давай. Так, 5. Окей, с меня 50 пенни. Ага, и 5 копеек. 2 копейки. Ну, это так, на размен. Сейчас будем искать. Где мои мороженки? Так. О, кажись, вот это вот то, что Катя заказала. Так. Оно? Да. Отлично. И тебе Макс Бон. Спасибо, продавец. Пожалуйста. Так, где наш Макси Бон? Я тут еще новичок. Ничего не знаю, где находится, где какое мороженое. Мистер Мэджик есть. Может, ты что-то другое выберешь? Ладно. Это. Джангл Кон, да? Вот это я понимаю выбор. С шоколадкой, нет? Нет. Окей. Тебе small, medium или large? Small. А сейчас посмотрим, как получится. Small, please. Окей, no problem. Может, и ваш получится. Так. Вот наши вафельки. Вот это самое красивое. Вот такая желтенькая подойдет тебе? Да. Так, делаем мороженку. И пробуем. Мое первое в жизни мороженое. Оно так быстро. Small заказывал, да? Да. Окей, Small готов. Может, тебе предложить какой-то топпинг? Да. Красный, коричневый, синий, зеленый. Красный. Раз. Пожалуйста. Легко. Это стробери. Это стробери. А? Так красиво? Да, спасибо. Спасибо. Пожалуйста, вы далеко не уходите. У меня же вон, смотрите, сколько всего есть, а? Все очень вкусное. Мороженое. Подходите, покупайте мороженое. Что? Даже напитки, конечно. Кола, водичка, фанта. Даже вот такая какая-то рибена. Даже спать. За ваши деньги у меня есть все. Даже конь в шоколаде. А ты мороженое кушать собираешься? Давайте кушайте мороженое, и вам покажу свой новый бизнес изнутри. Вы когда-то были в вагончике мороженого? Нет. А я могу вас пригласить, провести экскурсию. Давай. Доедайте, я подожду. Или заходите прямо сейчас, но без мороженого. Мне грязь тут не нужна. Или в пакетик нужно зайти. Только оно у тебя сейчас растает. Давай мы его положим пока в морозилку. Пожалуйста, давай. Давай, я поставлю морозилку пока, чтобы оно зря не таяло. Идем уже смотреть вагончик. Сейчас я доем, потом пойду. Что ты меня подгоняешь, Кат? Правильно. С мороженым спешить не надо. Надо наслаждаться.
все есть. Спасибо, я уже поел. Можно я отдам доскат? Давай, я его уничтожу. А теперь заходите. Я вам тут экскурсию проведу. С той стороны, с другой. Или с этой, давай, давай. Заходите. Проходите, гости дорогие. Вау, тут же есть такие вот напитки. Знаю, какой это вкус. Это слаще. Слаж вкус синий, вкус красный. Я тоже не знаю, какой на вкус. Тут у меня сокровищница. Это как у пиратов сокровище с монетками, а у меня сокровище здесь с мороженым. Смотрите, сколько там всего. Там завал, там можно жить. Камера залезла в холодильник. Как вам там? Прикольно? Только не заморозь камеру. Окей. Вот ваши деньги. Может, найду мой заказ. А, да, может, найдешь свой Макс Бон какой-то. Вот смотрите, вот это шоколадные палочки. Палочки, да, красота. Тут тоже вот куча всяких мороженок. Поливки. Сплошное мороженое, даже Орео вон там тут есть. Тут даже поливки. Да, поливки вот всякие. Вот последняя поливка. Синие, зеленые, красные. Даже фиолетовые тут есть. Тут есть все и очень вкусно. Ложки. Трубочки, песы. Нравится вам моя работа? Мороженое. Сам хочешь сделать? Да. А чтобы делать самому, есть вот такой вот аппарат. Вот подставь сюда руку. Выше. Выше. Чувствуете, зашумело? Да. Завелось. Эта машинка работает. И она сейчас навалит мне на руку. Не навалит, если ты не нажмешь рычаг. Показать, как оно валит на руку? Давай! Не, на руку мы не будем делать. Вот есть специальный стаканчик, это чтобы попробовать, готово мороженое или нет. Нажми рычаг и сразу его вверх. А знаешь, что прикольно? Если ты не хочешь его кушать, открываем и выбрасываем обратно. Вот. Да. Вот так работает эта машина. А теперь скажите, какая работа лучше? Снимать видео для Ютуба или продавать мороженое? И то. А я давайте сделаем два в одном. Мы будем продавать мороженое и снимать это на видео. Да. Давай. А давай, спросим у зрителей, или вы хотите, чтобы мы продавали мороженое? Хотите, чтобы мы продавали мороженое? Поставьте много тысяч лайков. И мы станем где-то в парке и будем продавать мороженое. Прикольно будет? Давай лучше в Одессе будем продавать. Давай. Ну давай, и в Одессе тоже можно. Да. Ну все, вот такая вот теперь у меня работа. А если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк. Кто не подписался на канал, подпишитесь. Всем пока. Всем пока. А кому мороженое еще? Мне. Давай, тебе с шоколадкой? Кола воли, вау! Кола воли! Это будет мне, спасибо! Я еще себе возьму! Чувствую, я с вами денег не заработаю, только убытки одни будут! У меня работа! А если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк! Кто не подписался на канал, подпишитесь! Всем пока! Всем пока! А кому мороженое еще? Мне! Давай, тебе с шоколадкой? Кола воли, вау! Кола воли! Это будет мне, спасибо! Я еще себе возьму! Чувствую, я с вами денег не заработаю, только убытки одни будут! Мороженое! У меня работа! А если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк! Кто не подписался на канал, подпишитесь! Всем пока! Всем пока! А кому мороженое еще? Мне! Давай, тебе с шоколадкой? Я с Кока-Колой! Кола воли! Это будет мне, спасибо! Я еще себе возьму!